В Мурманской области увеличилось количество обращений за помощью с организацией поисков потерявшихся в лесу и на водоемах. С начала года поступило 11 обращений о пропаже 13 человек. 6 из них удалось спасти, 3 обнаружены погибшими, 4 до сих пор не найдены. Спасатели напоминают, чрезмерная самоуверенность, излишняя беспечность и неосторожность зачастую приводят к трагедии. Так, 6 июня ведутся поиски жителей Кировска, который в ночь с 4 на 5 июня вместе с родственником уехал на рыбалку в район озера Верхняя Пиринга. Во время проведения поисковых мероприятий обследовано 450 километров береговой линии. Были привлечены силы и средства наземной группировки спасателей и волонтеров. Применялось водолазное оборудование. Поиски проводились и с применением вертолета, но по сей день ни к чему не привели. Уважаемые граждане, при походе в лес, проведении активного отдыха на природе – в первую очередь необходимо сообщать родственникам или знакомым приблизительный маршрут следования. При планировании длительного похода необходимо зарегистрироваться у спасателей. Одна из важнейших рекомендаций – здраво оценивайте свои физические возможности.